Но дело в том, что не зря, в общем-то, вокруг ЕГЭ, на мой взгляд, столько разговоров и столько всевозможных расследований, скандал, интриг и расследований, как говорят известные телевизионщики. Вот, потому что сама по себе система несовершенна. Поскольку система несовершенна, она бесконечно дает сбои и ошибки. Собственно, все те нарушения, которые есть, вот это ее несовершенство и соответственные нарушения, дают сбои в каком-то громадном количестве, потому что, как вам сказать, если раньше, когда писались стандартные контрольные работы, там, не знаю, по физике, по математике, стандартные сочинения, то, как вам сказать, вылизать их до сумасшествия, вот эту работу, ну, какую-то, скажем, сочинение, как я провел, там, я не знаю, лето, или там, как закалялась сталь, да, вот, ну, условно, да, их вылизать до какого-то, до посинения, вот, чтобы все было, да, было невозможно и неправильно. Даже если учителя в школе, там, сказали, Маша, поставь запятую, оно все равно несло в себе некоторые личностные характеристики, да, оно все равно оставалось несовершенно. Как не может быть совершенным то, что только что из-под пера вышедшее творчество. Что касается ЕГЭ, то в нем, безусловно, столько несовершенств, потому что пытаясь, естественно, ответить на все там 150 вопросов на 150 баллов, я так фигурально выражаюсь, да, конечно же, идут путем перфекционизма. И вот они, дикие оковалки, выходят, да, кристальные, да, когда человек, слушайте, там, в 11 классе, там, положим, он все, от бинома Ньютона до инфузории туфельки, да, и все в идеале. На мой взгляд, это неминуемо происходит тогда, когда мы лишаем, когда мы лишаем труд и творчество личностного начала. Я в этом смысле против ЕГЭ, против. Я против того, чтобы человек на полном серьезе сидел над ЕГЭ по литературе, и у него было три варианта. Под какое средство транспорта попала А. Каренина? Под трамвай, под лошадь и под поезд. Вот я против вот такого осмысления природы. Я против не вообще, мол, мне делать нечего, баба-яга против. Баба ЕГЭ против, если правильно сказать. Да? Баба ЕГЭ против. Я против потому, что потом я с этими людьми работаю. Это мои студенты. Они перестают мыслить. Они перестают чувствовать, потому что иногда даже запятую мы ставим благодаря чуйке. Я хочу, чтобы в людях сохранялась чуйка, потому что из чуйки вырастают чувства, а из чувства вырастают люди. И это замкнутый круг.